Лера, ну уже набралось 8 миллионов. Ну давай, ты обещала, Лера, давай. Ну не будь ты курицей. Ну давай, Лера, ну скажи хоть слово. 8 миллионов уже, ну Лера. Да, вот, обещала. Всем спасибо, кто подписывался. Вот мы и набрали 8 миллионов. Спасибо. Лерочка вроде как нам сказала, скажу вам всем по секрету до записи, то что если мы наберем 9 миллионов подписчиков, Лера впервые в жизни покажет нам всем свое лицо, да, Лера? Не, на это я не подписывалась. Врет она, все врет. Вот помашите башкой каждый, кто слышал. 9 миллионов набираем. Лерочка начинает записывать ролики с веб-камерой. Вот здесь я нахожусь, а вот там где-то Лера будет находить. А чё, как бы, Лера? Это самое. Да, да, все. Подписывались, чтобы Лера начала говорить. Все, сейчас подписываемся, чтобы Лера показывала веб-камеру. И на самом деле мы Лерочке сделали вот такой небольшой подарок. Честь того, то, что она начала разговаривать. Она сейчас будет играть вот с таким лягушечным цветом. То есть Лера у нас жабка получается с этого момента. Ты теперь Шрек с этого момента. А вы все жопы. Справедливо. Зато да какая овца, картошка, хватит свою сестру-то оскорблять, уже заколебала. Все, давайте погнали. Первый раунд как бы ждать не будет. Давайте первый раунд на летающем корабле. И вы не забывайте самое главное, я хочу вот так сказать по секрету. Скоро к нам присоединится еще один человек, который будет играть с нами в Among Us. Кто это будет? Я вам не скажу. Ага, давайте. Первый раунд. Кто ядрит меня в ухо? Я даже не знаю, куда был на предыдущем стриме, когда мы отмечали 8 миллионов подписчиков. Там даже Катя играла с нами в Among. И я скажу, Катя выиграла в Among. Выиграла первую свою игру в жизни за убийцу, она выиграла. Поэтому почаще надо приходить на стрим. Чпуньк на предыдущем стриме уже бан получил. А получил он бан потому что... 4 раза подряд был убийцей. Чпуньк, сваливаем отсюда, потому что не получится здесь никого пока убить. 4 раза был убийцей. Я не знаю, как у него это получилось. Кстати, Амочка, как бы спрашивается, да? А почему нет? Не надо просто возле меня. Чпунь! Давай, чпунь. Ну я ж вижу, у тебя прям руки чешутся. Давай, подходишь, пердокаешь и уходишь. Давай, чпуньку, у тебя все получится. Давай! Тикай в люк! Тикай в люк! Ой, ты молодец. Моя школа попросту. А сейчас сваливаем вот сюда в медпункт. Главное, чтобы меня здесь никто не спалил. Вот так вот. Выключим свет, чтобы никто не спалил, как я выхожу из этой комнаты. И валим отсюда сразу же, пока меня здесь никто не заметит. Амочка! Как бы спрашивается, да, а почему нет? А сейчас бежим куда-то вот в эту сторону, потому что свет восстановили. Это значит то, что надо, допустим, спрятаться опять здесь, в люке. Фу, 2 трупа за 1 раунд. Еще чпуньк даже кого-то там кокнул. Только сейчас проблема. Я не знаю, куда валить. Через какой люк вылезать? Потому что везде в каждой комнате находятся трупы. И везде меня попросту смогут спалить. Куда мне вылезти-то, а? А вот и первый трупак нашли. У банана опять эпилепсия. Ну чё, он труп там? А, ну вот, наконец-то зарепортили. Банан, у меня к тебе очень и очень много вопросов. Что это были за танцы на трупе? Скажи мне, пожалуйста. Я изгонял духов из этого тела.
Короче, это банан. Я на 100% уверена, что это он. Он бы зарепортил труп, но он на нем просто танцевал. Я изгонял демонов, какой танцевал. Да, это не ты, умеешь да различать танцы. Да. А ты, ты вот так вот стоял, вот так вот танцевал, танцевал, на нем тыкал туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Картошка, успокойся. Так, нас в живых осталось 6 человек. Банан, тебе не стыдно? Ты половину команды просто перекокал и потом еще духов каких-то из трупов изгонял. Каких полкоманды, каких духов? Злых духов. Он сатанист. Его нужно... Его нужно выгнать. Вот мы такое допустить не можем. Сатанистов вон с корабля прямо сейчас. И даже учитывая то, что ты как бы желтый, ты же всегда предатель. Он что, Херейда, кстати, убил? Где Херейд? Он Леру убил. Леру убил, собака! А Лера вообще-то разговаривать должна, ты даже слова не дал сказать. Кикайте нафиг этого банана, он меня бесит. Мне духи подсказали, что это Отомчик. Ага, это Отомчик, но за борт вылетел ты, банан. Я, Чпуньк, еще трое человек. Это получается то, что нам осталось убить еще одного, и все, мы выиграли. Потому что они даже до сих пор не знают, кто из нас убийца. Так, у меня есть небольшой план. Если побеждать всю игру, то надо выложиться по максимуму. Я сейчас выключу свет, и все сбегутся в электричество, чтобы его починить. Чпуньк уже находится здесь, и это просто прекрасно. Так, Чпуньк, готовься закрывать двери. Сейчас все подбегут, начнут его чинить. Мы закроем дверь и сразу двоих запердохаем. Ждем. А Мия? Где Мия? А вот и Мия, Чпуньк. Давай. Ага, я вам помогу починить свет, так, чтобы вы видели просто, кто вас убьет. Ну, hasta la vista, baby. Да! Это семерых! Семерых закокали! А могли только шестерых! Крысы, какие крысы? Профессионалы, а не крысы! Предлагаю выгнать Чпуньк, который все время импостер. Ты все время импостер. Каждую игру на стриме, везде ты импостер. Он читы себе установил. Вот именно, я предлагаю его выгнать. Я почувствовал власть короля. Раньше я был принцем какашек, теперь я король. И в моей власти теперь есть большинство заклинаний. Выйди отсюда, розбейный. Выйди. Как скажет Лерочка, так мы и поступим. Лерочка, баним Чпунька? Ну, можно его забанить. Чпуньк, слово Леры закон. Это получается, Чпуньк, давай. Так, Леры не больше власти, чем у короля. У Леры больше власти даже, чем у меня здесь, ага. Так, а нам нужен один игрок, кстати. Кто хоть... Карась! Заходи! Здравствуй, демократическая республика! Долой какашечный мир! Долой какашечного короля! Ура! Ой, все, хватит! Не успел зайти, растрепался здесь! Так, на Северный полюс жопы себе морозить! Давайте, начинаем! Ну, как бы... То не везет, не везет. Не везет, не везет. А потом, как завезет, самому не верится. Да еще плюс к этому всему, как бы, и Лерочка-убийца получается. Ох ты, Лерочка какая! Так, Амочка проходит задание, которое может проходить только вот член экипажа. То есть, ага, предатель его никак не может. И Мия проходит задание, которое может проходить только член экипажа. И банан, собака, который подглядывает за мной там. Если бы не банан, тогда я бы уже давным-давно бы кокнул Мию. Ну бесит, реально, просто бесит. Но я его убивать там не буду, потому что и Амочка, и Мия меня видели, то, что я там находился, они сразу поймут, то, что это я. Там просто сзади меня кто-то топал, если бы я не зарепортил труп, он бы сразу на меня начал валить.
Нашел труп, фиг его знает, как эта комната называется, а рядом там, где вот этот стол, где кнопку нажимать. Рядом никого не видел, там я там только один был. А я знаю, кто это. Верно, Лерочка? Лерочка, ты знаешь, что такое камеры? Костя, ты дурак. Ты бан хочешь? Я готов пожертвовать собой ради своих братьев. Ты понимаешь, насколько я дорожу своими братьями? Брат, подожди, ты послушай меня, брат. Ладно, слушай, ты же, брат, ты же хочешь жить? Ты же хочешь жить? Конечно, я хочу жить, все хотят жить. Вот эта крыса, она сейчас тебя обманывает. А я видел на камерах, как она взяла и кого-то убила. Слушай, ты же сам крыса. Ну да, Лера говорит, что ты... Ну ты подожди, если Лера скажет забанить себя же, то я себя как бы забаню. Лера всесильная, поэтому лишний раз я бы на нее на самом деле не гнал. Знаете, вот как говорил Конфуций, власть меняет людей. Так за кого голосовать-то? Я пока пропускаю, я не знаю, я никого не видел, я только труп нашел, все. Я за Леру поголосовал. А, ну ладно. Нагнали на Леру, ребят. И Леру даже не кокнули, да, получается? Ребят, все, прощайте, нам хадари. Прощайте. Просто следите за ней, Костя, следи за... Я тебе доверяю, Костя, следи за ней сейчас. Давай, главное, хорошо, не умри, так. Хорошо? В предыдущих сериях он машиной был, а сейчас кто он? Автомат, пистолет, что ли? Дебил, скорее всего. Так, ладно. Как смог? Как смог, так Лерочку отмазал. Вот как смог, так ее отмазал. И Лерочка пока что жива, и это очень даже хорошо. Надеюсь, то, что она сыграет еще свою роль и сможет кого-то кокнуть. Это самое главное. А Костю! Костю надо кокнуть, чтобы Костечка лишний раз на Лерочку не гнал. Кто это, кстати, такой здесь стоит, а? Костя! Костя! Брат мой! Ты подойди, Костя, ты куда? Ты сюда, Костя, подожди, стой, брат, акробат. А как бы сейчас отсюда свалить, чтобы меня никто не заметил? Свет вырубим, вот так я и свалю, ага, через сральник, ага. О, Лерочка, ну, Лерочка, ты бы на самом деле туда бы лучше не шла, потому что там трупачелло. А, и этот трупачелло уже кто-то нашел. Труп был в электричестве, точнее, рядом с ним. Ну, знаете что, вот Костя, вот он гнал на Леру, а Кости нету. То есть, вот видите, это Лера. Вот опять же, я уверен в том, что это Лера, потому что вот Костя гнал, все, нет Кости. А у Леры есть власть. Понимаете, к чему я клоню? А может, Костя перепутал Леру с самочкой? У них же как бы почти одинаковые скины. Что она зеленая, что другая. Кстати, реально, Костя же мог перепутать. Ну, Амочка пишет, что она мед проходила. А кто это докажет, Амочка, что ты вот это проходила? Ты. Я? Да, кто? Ты. Ты при мне приходи. И Мия тоже видела. Подожди. Ну, я видел только, как Мия проходила вот эту вот фигню. Я проходила медосмотр. Там нужно кого-то убирать. За карася! Остается только... Хотя я не знаю, я не знаю на самом деле. Ладно. Я знаю, Костя, ты хочешь что-то сказать? Давай, ладно, говори. Я бы сейчас заорал кое-какими словами, но я потерплю. Можно я скажу? Вот знаете что? Все, говори только картошка и все, картошка давай. Лер, мы с тобой разговаривали на эту тему, что своих сестер убивать нельзя. Ты скажи мне, пожалуйста, то есть... Во-первых, это был Эд, а не я. Лера, какой Эд? Это ты меня убила, ты темно-зеленая, не он. Ты овца, Лера. Ну я бы на твоем месте, картошка, так не выражался. Она же в любой момент может тебе бан дать, да, Лера? Ну, она моя сестра, я ее трогать не буду. Ты крыса. И мы принимаем тебя в нашу семью крыс. Верно? А вот ему можно бан. Ну, слушай, Костя, хоть ты мой и как бы брат крыса... Брат.
Но, Костя, слово Леры у нас с этого дня закон, потому что, брат, Лера... как ты можешь? Брат, ты мой брат до конца дней, но держи бан. Как ты можешь, брат? Как ты можешь выбрать бабу, а не брата? Я не бабу выбираю, я Леру. Ты выбрал бабу! Она баба, а не Лера. Баба и Лера — это разные вещи, Костя. Ты еще потом со временем поймешь. Так, Бубак! Заходи! Привет, салаги. Че вызывали? Да тут Лерочка просто разошлась сегодня. Ты в следующей игре лишний раз на нее не гони, а то она уже сегодня двух людей забанила. Поэтому вот это, тебе здоровье дороже, Пупок, нежели гнать на Леру. Все, давайте. Третий раунд. Ну, хотя бы сейчас я не предатель. А то если бы я три раза подряд был убийцей, я прям говорю, меня бы все бы возненавидели уже 100%. Чё, банан, на звезды смотришь? Любуешься небом ночным? Псих ненормальный. Так, ладно, задание. Выполнять задание. Сегодня как бы... А чё? Сегодня Лерочке все разрешено, честно. Я читаю комментарии подписчиков под каждым роликом. И там столько людей писало то, что... Когда Лера уже начнет разговаривать? Когда Лера уже начнет разговаривать? 8 миллионов! Вот! Начала! На самом деле, Лера немного как бы стесняется, это понятно, потому что Лера, ну, впервые вообще включает микрофон на всех роликах, на всех записях, она до этого никогда еще не разговаривала. Сейчас самое главное... Сава! Так, если там труп, то кто здесь? Картошка! Картошка! Иди сюда! Иди! Господи, так! Это картошка. Пропердошка. Картошка, ты случайно ничего сказать мне не хочешь, а? Чё я? Я была в дезинфекции. Я выполняла задание с сундуками. Чё ты хочешь от меня? Я как бы видел то, что ты была в дезинфекции. Но там, на том месте, где медкомиссия, вот это, там труп валялся. И ближе я всего... Даже... Подожди, ты ближе всего к нему именно ты была, картошка. Может, ты просто хотела убежать через эту дезинфекцию? Я там все время была, ты чё на меня гонишь? Да потому что возле тебя труп был, как ты спалилась просто только что! Это не я! Это... А вдруг это ты? Кто умер вообще? Кто умер? Кто умер? Банан? Амочка умерла. Мне кажется, ты Амочку всегда недолюбливала, картошка. Она просто очень... Я всегда недолюбливала только его. Вот. Кого? Его, вот я бы первого убила. Колю. Бедный он. Карась, ты слышал, что она про тебя сказала? А что она про меня сказала? Что она тебя ненавидит. Вот знаешь, кто-то, знаешь? Вот ты, сосиска в тесте. Ты меня называл страшной, а теперь я еще жирная? Я этого не говорил. Ты прямо сейчас сказал. Нет, это твой мозг прямо подумал. Картошка, в первую очередь, до свидания, во вторую он не говорил, что ты жирная. Он просто сказал, что ты сосиска в тесте. А что ты этим хотел сказать, карась, я даже не знаю. Сосиски вкусные. Видишь, картошка, тебя наоборот вкусный назвал. Он тебе комплимент сделал, картошка. Не ценишь ты добро, фу. Он чё, он мяукать начал, что ли? Так, Лерочка, я тебе только одной здесь доверяю. Ты у нас зеленая, как Шрек, или зеленая, как жаба. Кстати, хорошее, кстати, место для пряток, но прятаться мы с тобой не будем. Я тебе вообще предлагаю держаться вместе. Поэтому пошли помаленьку, пойдем и будем проходить задание, учитывая то, что нас офигеть как мало вообще осталось. Иди сюда, Лера. Через дезинфекцию мы с тобой пойдем куда-то вот туда. Здесь нас уже Хэрэйдж ждет. Да чё ты в руке-то постоянно носишь там Хэрэйд, а? Выпусти нас отсюда, Лерочка, иди сюда. Побежали от него, он чё-то какой-то слишком подозрительный-то. А че чё тут надо, карась! Ты же это, ты же... Хэрэйд! Не надо ни меня, ни Лерочку, я вас прошу, Лерочка, валим отсюда! Вот знаешь, что я хочу тебе сказать, Хэрэйд?
Ты угол 90-градусный. Спасибо, люблю геометрию. Нет, ну ты, Коля, козёл, конечно, обманул всех. Таких надо банить. Я козёл? Меня банить? Да ты со своей властью куда-то вообще вот сюда, вот вверх запрыгнул. Спустить-ка с небес на землю. Да под землю тебе нельзя надо. Обманывать тебе. Лерочка, я твой намёк понял, ага. Какой? Я вам говорил, Лерочку лучше не оскорблять. Лерочка сегодня всевластна. Помнишь, Даша, я говорила, что я тебя ненавижу? Так вот, это неправда. Я тебя люблю. Ты всегда была мне как сестра.